Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему собака может пить мало воды. Вода – основа большинства физиологических процессов у лающих. Без нее невозможно нормальное пищеварение, кровообращение и вывод вредных веществ из организма собак. В среднем для щенков дневная норма потребления воды колеблется от 70 до 100 мл на 1 кг веса. Для взрослой собаки норма составляет от 30 до 70 мл на 1 кг. Но что делать, если собака пьет слишком мало воды? С чем может быть связано такое странное поведение питомца? Давайте рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых собаки пьют мало воды. Грязная вода. Первая причина. Собаки очень чувствительны к качеству воды и что попало пить не будут. Некоторые представители лающих и вовсе могут отказаться пить чистую воду, если она принесена в миске, которая сильно пахнет чистящим средством. Чтобы такого не случалось с вашим питомцем, следите за свежестью воды и состоянием миски вашей собаки. Воспаление в ротовой полости – вторая причина. Возможно, ваша собака не пьет просто потому, что ей больно. Обычно такие воспаления сопровождаются неприятным запахом изо рта животного. При подозрении на проблемы в ротовой полости покажите собаку специалисту. Проблемы с почками – третья причина, почему собаки могут мало пить. При почечной недостаточности организм лающих не в состоянии перерабатывать достаточное количество воды. Собака пьет столько, сколько могут переработать ее слабые почки. Как правило, проблемы с почками сопровождаются отеками у животного. Стресс – четвертая причина. Если ваша собака недавно пережила серьезное волнение, у нее вполне может пропасть желание пить воду. Уделите вашему питомцу повышенное внимание, и потребление воды собакой придет в норму. Если лающий друг испытал серьезный стресс, обратитесь за помощью к зоопсихологу. Непроходимость или слабая проходимость кишечника – пятая причина, почему собака может не выпивать норму воды в день. Обычно в этом случае животное не только мало пьет, но и становится вялым. Непроходимость кишечника в большинстве случаев возникает из-за заворота кишок или опухоли. Вирусные заболевания – шестая причина. Если ваша собака пьет мало воды, она стала вялой, у нее повышенная температура, немедленно покажите животное специалисту. Скорее всего, у питомца вирусная инфекция. Собаки пьют недостаточное количество воды по самым разным причинам, однако абсолютно все эти причины заслуживают особого внимания. Если ваш питомец резко перестал хотеть пить воду, это не связано с ее качеством или со стрессом, который пережил питомец, обязательно покажите собаку ветеринару. Возможно, такое поведение у питомца связано с серьезными проблемами со здоровьем. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!